Физкульт-привет, друзья! С вами команда Nordic Pro. Сегодня хотим вам рассказать про палочки с одноименным названием нашей компании Nordic Pro. Представлены они у нас в четырех цветах. Сегодня расскажем о трех. Почему? Потому что у них темляки, у этих трех моделей съемные. Приходят они в полиэтиленовых пакетах. Красный, серебряный и синий цвет. Двухсекционные телескопические алюминиевые палки. Каждая модель этих палочек, если она в красном цвете, это важный момент, она будет укомплектована также красными ручками, это классный дизайн, и красными наконечниками, серебристые, серебристые, синие, синие. В цвет очень классно смотрится. Теперь о наконечниках. На наконечник для ходьбы по пересеченной местности и мягкому грунту одевается резиновый башмак из каучука. На нижнюю часть нанесена градация по росту человека сразу же. Ваш рост устанавливаем и на скрутку палочку фиксируем. Несколько оборотов, палка зафиксирована. Указан момент, куда поворачивать, open и closed, чтобы открыть и чтобы закрыть палку. Темляки съемные двух размеров SM. Зачастую женский, LXL, мужской. При помощи нажатия на клипсу темляк легко снимается. Можно провести разминку-заминку и обратно его одеть. Сейчас поближе подойду, покажу вам несколько моментов, касаемых цангового механизма и профилактики его в данных палочках. Это очень важный момент. Смоделирую ситуацию. Когда цанговый механизм у вас, если палка не фиксируется, вы ее взяли в руки, она у вас не фиксируется. Что нужно сделать? Нужно достать нижнее колено из палки, двумя пальцами зажать и повернуть по оси, чтобы несколько оборотов сделать, чтобы между контрагайкой и цангой появилось расстояние. Все выровняется. Хорошо. Берем, вставляем. И фиксируем на нужную вам длину. Буквально пол оборота палка будет зафиксирована и готова к использованию. Темляк ставим на место, стегиваем и идем. Спасибо, что смотрите нас. Всего доброго. До свидания.